Всем привет, с вами Савелий Тимухов, вы находитесь на канале Болгария Микс. Это видео будет про город Девин, славящийся своими минеральной водой и чистым воздухом. Ну что ж, полетели! Вчера, сегодня и завтра день города. Сегодня, кстати, по программе БТР. Девин, вперед! В общем, следующим образом выглядят наши апартаменты. Одна кровать, кондиционер есть, это очень хорошо. Три картины, телевизор Samsung, холодильник, сервиз. Ну и, естественно, неповторимый вид на Девин. Прямо напротив нас находится аквапарк с минеральной водой. Ну и вообще, следующим образом выглядит сам Девин. Дома. В общем, сейчас я нахожусь в отель-ресторан Девин. 4 звезды, он самый популярный в Девине. Вот здесь вы можете покушать. Ресторанчик прям под болгарский манер, традиционные вещички. Вот также всякие сценки прикольные, аутентично, как говорят болгары. Красота. Пойду поплаваю в бассейне, который стоит 6 лев для взрослого и 3 для ребенка. Погнали, ребята! Собственно говоря, и сам отель Девин Спа Хотел, 4 звезды. Вот входим рецепция. Здесь там ресторан. Внизу сауна. Вот здесь раздевалка мужская. Вот это внутренний бассейн. А вот это еще один бассейн, термальный. Тоже он небольших размеров. Мужская раздевалка тоже выглядит следующим образом. Шкафчики старые. Ну и ключи. Вот так выглядит внешний бассейн. Он очень маленький для детей. Вообще сойдет. Ну и виды здесь, конечно, прекрасные. Также есть шезлонги, можно просто отдохнуть. В общем, следующим образом выглядит сауна, парная баня, лежаки отеля Шарлопов-Девин. В общем, лежаки обычные. Вот это вот баня парная. Вообще четкая тема, мне больше всего нравится. Вот это сауна. Можно подарить халата, если вы из отеля. В общем, обычно выглядит там вот тоже, но она не функционирует, вот эта вот парная. А так довольно небольшое помещение. Кстати, прямо из-под крана течет из чешмы. Течет вода минеральная, очень полезная, которая продается вот в магазинах наших. Прямо из-под крана по всему городу Девин. Очень круто. В общем, да. Вот и сауна, спа. В общем, ребята, давайте пройдемся по Девину, посмотрим, как выглядит этот городок. А ведь город всего с населением 6,5-7 тысяч человек. Это, ну, достаточно немного. Цветочки цветут. Солнечно, достаточно тепло, несмотря на то, что Девин находится, ну, в горах, посреди гор, считай. Горы, окружающие Девин, называются Западные Родопи. И воздух здесь очень чистый, не загрязнен. Туда пошла пешеходная улица вчера, сегодня и завтра день города. Так что мы очень вовремя приехали. Есть рестораны. Вот это, кстати, община Девин. Кметство. Самая обычная пешеходная улица. Ой, береза родная, ничего себе, круто. В общем, на первый взгляд выглядит как самая обычная пешеходная улица в любом из туристических городов Болгарии.
продаются палачинки, царевица, то бишь блинчики с кукурузой. Можете отлично перекусить за небольшие деньги. Сегодня, как и вчера, и завтра, день города. Всякие представления, концерты. В общем, крутотень. Людей достаточно много. Я поздравляю город Дэвин и его жителей с днем города. Батуты 15 минут 3 лево. Как вы видите, встречаются сценированные здания, помимо довольно старых, которые находятся повыше. Река, которая протекает по всему городу, называется Дэвинска. И она невероятно полезная, минеральная, чистая. А там дальше есть река Выча. Выча. Продаются арбузики по демократичным ценам. От больших до маленьких. Весы, баклажаны. Вот тоже одна из улиц. Обычные дома, обычные сельские люди. Если немного отойти от центра, где кипит вся жизнь на данный момент, то вот, вот они, дома с красной черепицей, машины. Вот тачка четкая. Салон красоты для наших милых дам. И вот даже на улице можно найти, в саду у кого-то яблоки растут. Помимо яблок здесь еще растет виноград, насколько я понимаю. Еще и сливы растут. Опа! Че, кого? Крутяк. Да, как правильно подметил один человек, вот это и есть настоящая Болгария. Вот эти дома, улица, местный шиномонтаж в обычном доме. Болгария, как она есть, ё-моё. Кого-то Болгарии, в частности Дэвин, этим и привлекает то, что здесь не все вылизано, а просто встречаются обычные сельские виды, спокойная, размеренная жизнь. Некоторые люди реально любят Болгарию вот за это, и я в том числе. А там в центре кипит жизнь, концерты. Сегодня, кстати, по программе очень известная и популярная группа во всей Болгарии – это БТР. Мы даже в школе ее изучаем, и их песни. Но надеюсь, они сегодня приедут, я вам покажу их выступление. Oh,
Само специално добър вечер от нас, Девин, добър вечер на всички, които са граждани на град Девин, община Девин и разбира се на гостите на град Девин. Честит празник и от нас. Честит празник и от нас. Честит празник и от нас. Ребят, вот уже второй день, мне вообще не хочется уезжать, но, к сожалению, придется. А покидать такие виды, ну просто вообще невероятно. Горы, которые дают настолько чистый воздух, что машин и людей не так уж и много, потому что сейчас 8 часов утра. Река течет, Девин, минеральные источники во всем городе. Так что вообще красота. Ладно, увидимся позже. Погнали. В общем, ребята, на этом мое видео подходит к концу. Мне лично Девин понравился. Пишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать, обязательно отвечу. Ну а с вами был Савелий Тимохов на канале Болгария Микс. Подписываемся, ставим лайки. До скорой встречи. Чао!